Короче, вчера было воскресенье. Окей, мы по этой улице гуляли, тут было много народу. Но сегодня-то понедельник. Понедельник. Куда они все идут, короче? Я вообще не понимаю. Куда, вот куда они все идут? Вообще. Вообще, по сути, мы пошли на остановку. Сейчас, наверное, камеру переключу. Окей. Короче, идем мы на остановку автобусов общественного транспорта. Мы хотим доехать до Телерифик. Это в горах телевизионная башня. И хотим туда, короче, забраться. Ну, не пешком, конечно, там лифт есть. Такой трамвай, типа, на тросах идет. Для этого нам надо проехать где-то 12 километров, наверное, на автобусе. Вот. Хотя мы, в принципе, и пешком доходили, но ночью. Сейчас как-то жарковато такое, как, такое расстояние топать пешкодралом. И вообще, погода такая непонятная. То есть вечером я уже шапку надеваю, а сейчас, блин, уже и куртку хочется снять. Сейчас чуть-чуть еще прогуляемся, наверное. Снимем. Вот так вот. Ну, пока все. Короче, вот, подходим, грубо говоря, к улице. Здесь уже и трамваи ездят. Но нам еще дальше один квартал надо. На центральную улицу. Ататюрк. Бульвар Ататюрка называется. Вообще в Турции все называется Ататюрком. Как у нас есть этот проспект Ленина, улица Ленина, вот так вот. Здесь все называется бульвар Ататюрка, улица Ататюрка, аэропорт имени Ататюрка, парк имени Ататюрка и все такое. Короче, это очень уважаемый человек здесь. Он, правда, умер. Ну, как бы память осталась. По-моему, это основатель Турецкой Республики, насколько я понял. Так, блин, я еще не понимаю, куда идти. Да как? Сюда перейдем. То ходим прямо по трамвайным линиям тут, елки-палки. Так, где же наш Марк Анталия-то? А, ладно. Еще один квартал надо проходить, пройти пешком. Все. Следующее видео, наверное, будет... Да хрен знает о чем. Что увидим, то и будем снимать. Хе-хе. Погнали дальше, короче. Так, ну вот, дошли мы до торгового центра Марк Анталия. Это самый такой топ VIP best, короче... Как его? Ну, короче, топовое место, которое все знают. Я не знаю, рассказывал или нет, вчера на автобусе ехали. А, пошли пешком, короче, в Лару. Пошли пешком, туда-сюда, где-то километров 4, да, прошли? Да, где-то так. И думаем, ну ладно, сейчас обратно доедем на автобусе. А как доехать, если ты не знаешь, куда идет автобус? В итоге сели какой-то попавшийся первый автобус. И едем, короче, смотрим по Google Maps, по карте, куда у нас везет или нет. Я думаю, ладно, если не туда заедет, короче, это... Такси возьму, и все нормально будет. Но он нас привез как раз вот в Марк Анталия. И это очень хорошо совпало, что мы тут как раз и живем. Че за фигня? Чего машина в воздушном шаре? Странно. Ладно. Так. Сейчас нам надо найти остановку. А, вот, автобусы ездят здесь. Сейчас будем искать... Автобус, который едет в Лиман или Хурма район. Так, ну все, наверное, да? Пока все. Пока все. А, короче, перешли дорогу здесь.
две полосы, плюс еще подземная вот эта вот. Ну, короче, центральная полоса под землей, вот под мост, ну, это мост. Как это сказать? Вот автобус какой-то едет. Короче, сейчас найдем, где он останавливается. И там на остановке будет карта передвижений. Так, куда он поехал? Куда он поехал, я не понимаю. Где вообще остановка? Еще трамвай, елки-палки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Не понял. Так, сейчас. Там он не останавливается, что ли? Не, получается. Где? Получается, нам надо. Короче, туда получается, что ли, да? Что я не. Блин. Все. Не свой город, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, короче, как всегда. Ладно, сейчас разберемся. Так, зашли в ресторанчик, короче. Вот. Какой-то суп взяли, короче. Салат бесплатно принесли. И Миша у нас взял люля-кебаб с жареной картошечкой. Да? Еще что там есть? Фасоль, по-моему. Вот так вот. Сидим, кушаем. Интересно. Все, короче, покушали. Если честно, я даже не думал, что все это съем. Но так вкусно, это просто обалдеть. Вкусно? Рот вытри вот так вот салфеткой. Ну что ты делаешь? Салфетку надо взять. Ладно. Короче, пошли на кассу. Сейчас покажем. Можно видео поснимать? Видео. Короче, вот такую вещь Миша брал. Такие вещи, короче, мясо. Вот это как раз тот суп, видимо. Вот так поднимает поварёшка там фасоль вот здесь. Вот здесь фасоль. Вот эту я штуку кушал. Это, короче, с мясом. Тут что-то такое лежит, типа сыр, наверное, не знаю. Какое-то жаркое. Что это такое, я вообще не понимаю. Ну, шеф, короче, по-русски не говорит. По-английски не говорит, поэтому узнать у него, что это такое, не получается, наверное. Ладно, идем мы дальше. Так, короче, вот оттуда пришли мы. И что-то я не понимаю, короче. Туда ходи, то есть сюда ходи, туда ходи, туда ходи. И, короче, непонятно, где эти автобусы. О, трамвай. Трамвай. Ну, такой же трамвай я видел в аэропорту. В аэропорте. Значит, он получается... Так, что нам написано? Эй, где остановка-то? Короче, что-то я не догоняю. Так, так, так. Ладно, пошли мы обратно на ту улицу, где ходят автобусы. Сейчас дорогу перейдем. Ух ты! Тут как на футбольном поле, короче. Такая вещь. Обалдеть. Ковер. Просто ковер. Интересно. Ну, а тут уже что-то типа бетона, короче. Так. Вот это, я не знаю, для мам с колясками, что ли? Или для велосипедистов? Они же все время делят между собой. Да? Это, говорит, для велосипедистов дорожка. Ты что, говорит, упал, что ли? Это для мам с колясками дорожка. Да нет же, говорит, для велосипедистов. Так, короче, мамы с колясками и велосипедисты, это
две воюющие касты. Вечно, короче, делящие это, полосы. Ладно, не будем гадать, зачем это, как это, ну, вот это вот сделано. Тут просто все ходят, я не знаю, зачем. Ладно. Так. Это, вот я не знаю, понедельник вроде, столько народу, просто. Откуда, зачем, куда, чего? Вон. Какой-то переулок. А пошли дворами, кстати. Вот это прикольно, кстати, в мегаполисах ходить дворами и смотреть, что там изнутри. Вот. Что тут у нас? Да ё-моё, даже тут магазин, что ли? Ну как так? Вроде дворы. Они уже... Вроде люди живут тут, короче. Обычные люди, вон, вещи висят там. На балконах. Какие-то хулиганы стену исписали. Какая-то старая машина стоит. Под названием Тофаш. Ну, это турецкая машина, если кто не знает. Блин. Не, ну даже тут идеальный асфальт просто. Даже тут. Ну тут людей поменьше, конечно, но все равно какая-то движуха есть. Кто-то что-то ходит, ездит куда-то. Зачем-то. Ёлки-палки, еще одна улица. Ах, вообще. Ну-ка. Туда ходи, да? Что там? Непонятно. Так, сюда ходи, да? И туда ходи. Все, короче, запутался я окончательно. Так, тут еще машины ездят. Пойдем. Блин. Это что, кто правила эти придумал? Где знаки? Странно. Ладно. Фу, пойдем искать остановку, наверное. Сейчас наугад поищем, а потом, если что, подключим Google Maps. Вот так вот. Короче, вот, прошли мы до остановки. Вот есть карта движения этих автобусов. Вот здесь есть дурак номер 101-51. Дурак — это по-турецки остановка. Вот. И, короче, нашел я район Лиман, Хэлэйси. У нас вот этот автобус должен быть. Вот. Или вот. 800-й. Или Хурма. Вот, Лиман тоже. 76А. 76-й. Вот Хурма Махалети, КС-71. Что такое? КС-33. Короче, сын, запомни номера, которые я тебе сейчас скажу, понял? Давай. Короче, у нас Хурма либо Лиман. То есть это КС-06, КЛ-08, 76-е оба. Так. Ну и похоже все. Остальные какие-то другие районы идут. Короче, нашли мы остановку. Все дела, все хорошо. Но я что-то говорю, блин, наверное... Короче, надо мне в туалет туда-сюда. Пошли во дворы, и тут раз... Бесплатный общественный туалет, пожалуйста. Одна кабинка закрывается. То есть заходишь, закрываешь за собой. Вот хулиганы стены расписали тут, как всегда. Короче. Закрываешь и... Блин, вообще, ну, такой нормальный туалет. Как
цивильный. Все есть, туалетная бумага там, мыло, все. Жесть, ну как бы, как сказать, кто-то обслуживает его, короче, следит. Ну, чисто все, нормально так, круто. Вот. Типа как на набережной, вот есть же. А, про набережную я не рассказывал. Ну, короче, вот по набережной идешь, там туалеты вот так через каждое, ну, метров 300, наверное, стоят. Нормальные такие. Ой, Миша. Ну, и ребенка включил, короче, вообще. Ты что, с горки прокатился, что ли? Чем маленький, что ли, совсем? Эй. Эй, ты что? Ладно. Первые 40 лет для мужчины самое сложное, да? Для мальчика. Вот так вот скажем. Для мальчика. Ладно, все, пошли мы обратно на остановку. Ёлки-палки. Помните, у меня ВКонтакте фотка такая есть, где я такой уставший, короче, там на солнце. Вот. Именно такое у меня сейчас ощущение после проезда на автобусе из центра до Сарысу. Сарысу — это телеферик. Мы сейчас, короче, поедем в эти горы на как это? Вот на этих канатах, короче, вот сзади там есть еще. Фу, все, пошли мы в этот, в офис Телерифика. Телерифик. Вот такая херня. Потел тоже, да? Вообще жесть. Жара просто жесть. Ну, вообще классно, что на остановке есть ларек. Вот, и здесь можно купить водички, попить. Ну и все, и дальше в горы. Блин, горы вообще обалденные. Не знаю, так видно? А, ну да, видно. Сейчас купим попить и пойдем дальше. Вон, уточки плавают. Прикольно. Это не то, что река, какой-то ручеек, так скажем. Может, с гор, не знаю откуда. Короче, так вот. Ладно, пойдем мы уже. Вот офис Телерифика. Телерифика. Сейчас пойдем узнаем, можно ли там сегодня прокатиться. Понедельник все-таки. Офис Телерифика закрыт. Офис Телерифика закрыт именно в понедельник. Вот. В понедельник не работает. Короче. Ой, блин. Ладно, придем завтра. Вот так хотелось прокатиться. Ёлки-палки. Ну ничего, сейчас погуляем зато. Тут парк есть хороший. Да и вообще. Трамвайчики такие тут ходят. Ладно, потом зайдем. Завтра. Эх. Короче, зашли мы в парк. Вот такие тут стоят типа маленькие кафешки, что ли. Вот сосенки тоже. Ну, у турецких сосен иголки очень длинные, как листья. Здесь потому что тепло. Сжиматься нет смысла. Съеживаться, так скажем. Вот такие сосны растут. Это что, вот наша... Это верба и лива, вот так вот. Типа того. Короче, здесь, видимо, гуляют те ребята, которые обломались... С как? Телеферик. Телеферик. Ой, в общем, ладно. Ничего. Все нормально. Сейчас вон дойдем хоть до моря, посмотрим. Хороший парк вот так вот прогуляться чисто. Мне нравится, по
крайней мере. Что-то... А, я понял. Сюда люди приезжают, шашлык жарят, короче, сами. Вот. Шашлык жарят. Вот такие... Такие деревья огромные. В смысле, не огромные, а такие раскосые, как бы. Зеленые, мощные. Так, ладненько. Погнали дальше. Да вот, короче, на самом деле, тут люди шашлык жарят. Сами вот эти будочки стоят. Шашлык жарят, самовары варят. Короче, парк такой длинный-длинный, оказывается. Вот туда идти еще далеко можно. Вот здесь паркинг. Вон девочки идут, турецкие. Черные. Ладно, ладно. Не черные, смуглые. Короче. Вот. Сейчас до моря дойдем, посмотрим, что там. Так, ну все. Дошли до моря. Вот. Тут, короче, никто не купает. Ну понятно, что тут никто не купается в такое время года. Вот люди рыбачат. Вот у нас парк там остался позади. Вот он такой длинный, походу. Вот оттуда. Вот так вот. О, вертолет. Что он тут делает? Короче, ладно. Что он тут делает? Летает. Вот так вот. Ладно. Полюбуемся на море, да пойдем, наверное, обратно. Да? Да, ничего, ничего, все, гуляй. Сейчас Миша купаться будет. Да? Иди пощупай воду-то. Ничего? Холодная? Да что ты? Ладно, сейчас сам проверю. Да, красота, конечно, красота. Миша горит, короче. Блин. Эй, не падай. Короче, Миша говорит, вода теплая. Я бы, говорит, покупался. Жаль, полотенца нету. Блин, что... Честно сказать, я тоже пощупал воду, теплая довольно. Ну-ка, и сюда. Да, теплая. Миша, не ходи далеко, а то уплывешь случайно в куртке. Домой-то в чем потом поедешь? Ай-яй-яй-яй. Че, теплая? Блин, что, полотенце возьмем завтра? Ну понятно, что не очень теплые. Никто не купается, кроме тебя. Вон, люди рыбачить пришли. Ладно. Еще чуть-чуть. Сколько там? Месяц-два еще. Вообще нормально будет купаться. Так, ну вернулись мы на остановку, в общем. Вот. Знаете, что понравилось? То, что на остановке вот так можно посидеть. Чай, кофе взять. Что там? Чай 1,5 лиры, кофе 2 лиры. Ну это... Сколько это?
1 лира 12 рублей. 2 лиры это 24 рубля, да? Да. Ну, короче, так, недорого. Вот тут сахар стоит бесплатно в кубиках. Кубический сахар. Правильно я говорю? Да. Куб сахар. Кубический сахар, короче. Вот пепельница стоит. Кури, пожалуйста. Вот, вот остановка. Вот пепельница. Никаких проблем. Вообще, много таких нравится мест, что, ну, никаких ограничений нету. То есть, что ты в ресторане сидишь, что там еще где-то. Пожалуйста, кури, бухай, что хочешь, делай. Вообще никто тебе слова не скажет. Ну, если ты, конечно, не маленький, да, Миша? Вчера попросил его, говорю, сходи на ресепшн, вино открой. На него так посмотрели там, говорят, это тебе что ли вино? Он говорит, нет, нет. Ну, открыли, тем не менее, дали. Вот. Все, короче, сейчас попьем. Ну, чай не стали мы кофе пить. Взяли кока-колу, фанту. Сейчас попьем и поедем. В общем, приехали мы на район. На район. Ой. В общем, нормально так. Автобус нас высадил прямо у дома практически. Такая площадь здесь, где люди гуляют. Там, ну, заборчик, можно на море посмотреть. Правда, высоко, горы. Как бы купаться-то нельзя. Имеется в виду, что пляжа нет. А так мы вот у той мечети живем. Нам тут пару шагов оказывается. А я и не знал. Вот тут одностороннее движение еще. И где на этот автобус я садился, я уже не помню. Но сын говорит, помнит, так что завтра снова поедем на телеферик. И все-таки заберемся на эти горы, посмотрим. Вот. Ну а пока, наверное, все. Что-то я так дофиг... много наснимал, что, кажется, уже слишком скучно будет смотреть, наверное. Ладно, посмотрим, может, еще что-нибудь добавлю. Хотя нет, все. Всем пока, короче. Гуляй-гуляй. Ассаляму алейкум. Счастливо.